Возьми 5-литровую бутылку, открути крышку и вырежи, как показано на видео. Далее возьми немножко пшеницы и положи в бутылку. Для активации семян полей кипятком. Закрой крышку и поставь рядом с рассадами жены. А если увидели плесень, то не расстраивайтесь. Не спеша промойте и поставьте сушиться. Подождите 5-6 дней. И пустое пространство бутылки будет вся в зелени. Мой друг, если тебе понравилось данное видео, не забудь про лайк и подписку.